Вчера в Ульяновской области свою работу начал второй экономический форум. Обсудить социально-экономическое развитие области и страны в целом приехали гости из Москвы и ведущих городов России. Причем приехали не с пустыми руками, привезли свои проекты, научные разработки, которые, как говорят сами эксперты, вполне пригодятся Ульяновску. Да и у нашего региона, по признанию тех же федералов, им есть чему поучиться. Сейчас мы будем запускать серию пилотных проектов в других регионах, которые не так далеко продвинулись, и планируем, что Ульяновская область войдет как бы в число тех регионов, которые будут включены в информационный такой контур обсуждения, с тем, чтобы лучшие практики, которые здесь есть, можно было тиражировать. На пленарном заседании гости поделились своим опытом и наработками. Например, один из экспертов продемонстрировал систему прогнозирования стратегического планирования на примере Ульяновской области. Такая система предназначена для анализа и прогноза регионального экономического развития. Она позволяет увидеть допущенные ограничения в развитии и принять все меры для их предотвращения. По нашему анализу выясняется, что Ульяновская область обладает очень высокой технологической культурой. Здесь очень сбалансированная и диверсифицированная экономика, которая имеет, на наш взгляд, европейскую структуру. Но самое такое основное – это то, что у вас замечательные кадры, очень высокая доля машиностроения, и вот как раз это обеспечивает вам конкурентные преимущества. После пленарного заседания гости отметили, что у региона есть много успешных практик. И во многом это заслуга управленческих механизмов. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.